you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в Крималочку на серии Amazon Holy Play, первый сервер. И сегодня у нас будет серичка посвящена казино. Как вы помните, в прошлой серии я поднял там порядка, наверное, 300 тысяч, да, я поднял. И сегодня я снял 400 тысяч, вот они. И сегодня пойдем играть в казик на 400 тысяч, и 400 тысяч у меня в банке осталось. Я так на всякий случай оставил вдруг там, потому что все деньги ливать я не хочу на самом деле. В принципе, что подняли, в принципе, может, чем сейчас проиграем, только немного побольше. Немного побольше, хотя нет, не немного побольше, потому что я тогда, у меня было, по-моему, 500 тысяч, я поднял 300, ну да, все правильно, по-моему. Ну, в принципе, 400 тысяч у нас в банке и останется, как бы, ничего страшного, думаю, не случится. Тем более, у меня все равно, как бы, два места забитых для машин, покупать мне нечего. Да, и в любой момент мой аккаунт могут это деактивировать, если уже не деактивировали, в принципе. Поэтому, думаю, ничего страшного, если мы проиграем, не будет. Но желательно, конечно, поднять бабки. Было бы, на самом деле, тоже круто. Так, давайте пропустим эту BMW. И поедем дальше. По-моему, кстати, подписчики были. Казино в Арзамасе не работает, поэтому я еду в казино города Южный, и сейчас мы там поиграем в казике. Так, вот мы, в принципе, приехали. Давайте зайдем в казино и поиграем. Посмотрим, что нам, в принципе, выпадет. Надеюсь, тут люди есть. Так, люди есть, это хорошо. 10 человек, да? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да. 10 человек здесь есть. Хотя во. Так. Давайте. Мы должны начать так. Дайс. 260. На соточку давайте сразу. Блин, мне надо подойти к столу для игры. Какого хрена? Какого хрена я не могу подойти к столу? Так. Для игры необходимо подойти к столу. Да я к столу подошел уже, ёпта. Ой, как мне бесит эта система, блин, непонятная. Давай. Подходи ты к столу. Господи, как меня это бесит, реально. Так. Давайте туда пойдем, короче. Тут поиграем. Да, есть 253. Ну, 70 тысяч надо ему. Ну, давай. Только уже есть предложение. Людей, конечно, сегодня в казино до хрена. Так, кидаем ему 70 тысяч и... Я выиграл. Четко. Заебись. Нет. Чё я тебе буду возвращать? Ты сам виноват, дружище. Тебя никто не тянул. Так, кому тут еще можно кинуть? Наверное, 276. Так, 2,5. Там место освободилось. Нет, тут 10 из 10. И тут негде поиграть, не с кем, точнее. Все какие-то бичи, как и я, в принципе. В руках не столько денег. Да уж. Блин, дайте место мне поиграть. Так. 180. Так. Где он там? 260.
Да, блять, подошел я к столу, заебали. Давай, принимай меня, стол. Да что за бред, господи. Во, другое дело. Так, дайс. 138, 50 тысяч. О, все нормально. Меня стол принял, по идее. Наконец-то, блядь. Давай, под полтинник. Полтинник, полтинник. Отказался, да? На 200 тысяч. Давай. И мы выиграли. Мы выиграли 200 тысяч. Неплохо, да? Неплохо так-то. 19 тысяч. Проиграл я 19 тысяч. В принципе, неплохо. Бать, сколько людей уже банят? Лол. Просто лол. Реально, я реально в шоке просто. Так, кому же еще кинуть можно? Так, давайте дайс 300 тысяч рублей. Угу. Это рискованно, братиш. Это очень даже рискованно 300 тысяч играть. Очень-очень рискованно. Но можно, в принципе, рискнуть. Хотя... Хрен знает. Хрен знает, хрен знает, конечно. 36к. Леонардо, кидай 200. Лол. Чувак поднял и съебался. Ай-яй-яй. Сильно, конечно, сильно. 36к. 10 тысяч. Спасибо. 45 тысяч. Так, давайте уже кому-то кинем 272. 45 тысяч. Игрока не столько денег. Так, нахер он туда? А. Да я тупанул. Сейчас. Не, ничья. Лол. Нормалек так. Не, конечно, 200 мы затащили нормально, но... Блин, я думаю, либо уходить, либо нет. Вот в чем весь вопрос. Так, кому бы еще кинуть? Давайте ему кинем. Отказался. Отказался. Леонардо. 300 тысяч. КХМ. Давайте попробуем 300 тысяч, ладно. Хрен с ним. Была, не была. Отказался. Ой, бля. Ну и чё он отказался, мне интересно. Выпало 2. Так он же сам кричал, давай на 300, давай на 300, бля. Ну и чё? Отказался. Блядь, нахуй это писать, я не понимаю. Повыебываться чисто. Да. Блять, ну он отказывается и все. Господи. Так. И я выиграл. Да ну нахуй! Я просто выиграл. Ну думаю, в принципе, можно уже уходить, потому что, ну, я просто могу все слить. Как бы я поднял сколько? 380 тысяч я поднял. В принципе, вообще не ожидал, конечно, такого поворота событий. Это даже очень было прикольно. Реально, что-то мне прям везет. Тьфу-тьфу-тьфу. Прям реально везет. Так, положить 750 тысяч я положу в банк.
И теперь у меня баланс 1 150 000. Просто замечательно. А на этой приятной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сей радио, ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.